А баллады о том, как Николай Моисеевич Путлер вступал в партию и участвовал в гей-параде. Приемная партия «Единая Россия». Красивая девушка в бело-сине-красных трусах. Входит мужчина, примите меня, родные, примите в свою партию, нах. Ведь я же не какой-нибудь правозащитник беспутный. Не коррумпированный оборотень, не слуга народа. Я честный гражданин, я Николай Моисеевич Путлер, член КПСС с 1979 года. Хочу родине и партии горячо служить, участвовать во всех ее массовых акциях. Буду обязательно электоратом дорожить и состоять во всех правильных фракциях, федерациях. Девушка в красно-сине-белых трусах, излучая эффектность, говорит ему: уважаемый господин, сначала надо пройти тест на политкорректность. Вот вам котята, Иван и Абдулла Назведин. Кого вы утопите первым? Путлер говорит: Ивана. Девушка плачет радостно, Путлера принимает, все улыбаются. Завтра, Николай Моисеевич, вам надо проснуться рано, будет массовый митинг. Я не помню, как он там называется. Вы будете держать плакат «Слава всем» и испытывать чувство глубокого удовлетворения. Не забудьте и не проспите, завтра всем. Николай Моисеевич уходит, ликуя от восхищения. И вот наступило утро, Путлер идет на митинг. Вокруг мужики в мини-юбках, а выступает девочка с бородой. Но говорят не о России, а про какой-то стропон и фистинг. Про то, что каждый, кто чистен, или розовый, или голубой. А тут и ОМОН подкатил, арестован Николай Путлер вместе со всеми участниками гей-парада. Я не виноват, товарищ, я просто митинги перепутал. А ему виноват, голубая рожа, так тебе антифашисту и надо. Сидит Николай Путлер в кутузке, вокруг алкаши косые, политические проститутки какие-то, они электорат, девочки и мальчики. Вступайте в партию «Единая Россия», но не ходите, россияне, на гей-парад. Спасибо.